Сегодня очередь дошла и до столицы республики. В Чебоксарах подвели итоги за первую половину 2018 года. Итоги подвели на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Так что первые цифры тоже о депутатах. За полгода они провели 5 заседаний и приняли 36 решений, отметил глава города Евгений Кадышев. Сейчас город реализует ряд федеральных проектов. Пожалуй, самые заметные из них для горожан – это безопасные и качественные дороги. В этом году должны отремонтировать 35 улиц и формирование комфортной городской среды. Здесь акцент сейчас сделали на общественных пространствах, за которые жители проголосовали в марте. Подробнее об итогах столицы завтра в вечернем выпуске программы «Республика».